Уважаемые друзья, мы осуществляем свою деятельность исключительно на общественных началах, без какой-либо финансовой поддержки. Вы можете существенно помочь нашему контактерскому уфологическому проекту «Кассиопея», перечисляя нам по мере возможности помощь в виде дара по сердцу. Если вы считаете, что наша деятельность важна и полезна для общества, то вы можете помочь проекту любой свободной суммой. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, и подписчики нашего канала. Сегодня у нас очередная встреча с интересным контактером, я бы сказал, наверное, даже разносторонне развитой личностью, потому что там человек обладает уже разными интересными способностями. Как всегда, я только представлюсь, знаю, что зовут ее Елена, и больше как бы ничего не знаю. Поэтому сейчас мы узнаем это все при беседе с Еленой. И я, наверное, сразу первый вопрос задам, чтобы было проще по вопросам. Итак, представьтесь, расскажите, пожалуйста, немного о себе, кто вы, где живете, работаете и так далее. Если, конечно, не считаете личной или конфиденциальной информацией для общественности. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я являюсь автором канала, который называется «Беседы со Вселенной». Мой канал располагается на нескольких площадках, на Telegram-канале, на YouTube-канале и на Яндекс.Дзен. Это одноименное название канала. Ну, я рассказываю на этом канале именно о сути и содержании астральных путешествий, которые мне получается совершать. И рассказывая о своих путешествиях, я пытаюсь донести до своего слушателя какую-то духовно-психоэмоциональную информацию. Также я пытаюсь донести энергетический характер моих астральных путешествий, потому что из этих астральных путешествий идет двойной поток. Первый поток — это информационно-содержательный, то есть там существует какая-то сюжетная канва в этом астральном путешествии. Но это только лишь первый уровень. А второй уровень — это энергетический уровень, который получает каждый слушатель. Дослышащий услышит. Вот. И очень важно восприять в себя вот эти именно два уровня. Но это все зависит от степени подготовленности слушателя и от степени желания услышать. Ну, конечно, у нас сейчас такие трудные времена, что не всех интересует эта тема, не каждому интересны эти истории, но все-таки мой зритель меня находит. Мой зритель меня не ходит. Недавно я открыла чат. Ну, интересующимся мы дадим ссылку под этим видео. На да, канал. Недавно я открыла чат, который специально был открыт для того, чтобы была возможность у зрителей каким-то образом, у слушателей, у зрителей была каким-то образом обсудить, допустим, вопросы, которые возникают в результате прослушивания вот этих моих аудиофайлов. Потому что очень долгий срок у меня не было никакой связи со зрителями. Это я делала преднамеренно, потому что, ну, как-то вот я считала, что каждый должен просто услышать для себя. Так я думала какой-то период времени, но потом какими-то способами все-таки люди стали писать мне в личку, и почти каждый из них просил дать возможность высказаться, задать вопросы. Но я поняла, что время пришло. Я открыла чат такой, который тоже так и называется «Беседы со Вселенной», но только там еще одно слово «комментарии». Вот и все в телеграм-чате. Вот, как бы ничего, не мудрствуя лукаво, ничего вот так вот. И задают вопросы. Если я знаю ответ на этот вопрос, я отвечаю на этот вопрос. Отвечаю очень подробно, пространно, но бывают, честно сказать, бывают такие вопросы, ответ на которые я не получаю, не знаю ответ на этот вопрос. Я сначала немножко как бы расстраивалась и думала, что, допустим, это является признаком, может быть, того, что я не могу как-то услышать, да, что это какой-то мой изъян. Но потом я понимаю, мне вот говорят о том, что этот человек, который, допустим, задал вопрос, бывает такое, что либо человек не готов услышать ответ, либо человек еще, как говорится, не созрел в той степени, что не такой высокий индекс надобности ему в этом ответе.
То есть, как говорится, а это кто? Это ваши кураторы говорят, да? Даже не мои кураторы, а говорят кураторы этого человека, который задал вопрос. Они говорят, что, допустим, этого человека нужно еще чуть-чуть ему дать паузу, поставить на паузу, нужно выдержать, потому что, знаете, у меня даже был один такой случай, человек задал вопрос, но говорят о нем такое, что да, он задал вопрос, но он этот вопрос задал немножко еще энергетически в авансе, то есть его еще не так допекло, и у них там идет целый процесс. Они создают специальные обстоятельства, создают ряд обстоятельств, чтобы человек, пройдя через вот эту вот целую цепь обстоятельств, он уже дошел до такого степени, до такого индекса востребованности в этом ответе. И вот тогда этот ответ готовенький он получает. Понятно, не только от меня. Усвоил урок как бы полностью, да? Да, он должен дойти до степени накала. Степень, вот как вот даже сейчас приходит такое, что степень накала должна быть до такой степени, что он уже услышит его. Причем он не обязательно от меня уже может услышать этот ответ. Он может этот ответ услышать, как они мне говорят, во времени и в безвремени. То есть вот такое вот последнее время я слышу из астрала, вот такая интересная такая формулировка, значит, существует вот это вот пространство астральное, оно эпитетами можно подобрать очень такой длинный синонимический ряд. Вот мы называем слово, допустим, в научной среде, это слово называется, вот так употребляют слово астрал. А часто очень... по ту сторону жители самого астрала, они, вот в основном даже в мире духов, они называют это пространство времени и безвремени. Угу. Да. И вот говорят, допустим, этот наш подопечный говорит, мы должны его провести по целой цепи предлагаемых обстоятельств. И когда вот он уже будет готов, тогда мы, не обязательно через меня, через все пространство времени и безвремени мы донесем до него ответ. Как раз в ту секунду, в тот момент, когда у него энергетическое поле будет максимально раскрыто для того, чтобы восприять в полной степени все, что ему нужно узнать. Причем, как и говорят, что ответ может прийти от любого из контактеров, от любого, но... Даже бывают такие случаи, очень они прямо практикуют это очень хорошо. Они дают ответы в обыкновенных фразах. Где-то человек услышит какой-то где-то по радио какую-то, вообще будет просто какая-то передача, оттуда он выхватит из контекста то, что ему надо. Вот. Говорят, что где-то на улице, в общественном транспорте. В общем, если они хотят донести до человека ответ на его вопрос, это легко, понимаете, это предлагаемые обстоятельства создаются с точностью до одной секунды, микросекунды. То есть, если это надо, то это будет. Вот так вот. И это как бы для них это не составляет никакого труда. Самое для нас главное — это дозреть. Вот. А если ты дозрел, то все, считай, что уже все сделано. Вот такой, вот так вот отвечают. Интересно, вот так тоже. Понятно, тогда все по вопросам будем двигаться. Давайте перейдем к тому, значит, ну, как я понимаю, вы сейчас вас можно назвать уже и контактером, и астральным практиком, который астральные путешествия, да, то есть таким же человеком разносторонне развитым. Вот как это у вас, когда заинтересовались вы темой контактерства с иным разумом, как это у вас все начиналось? Потому что я скажу. Оно не начиналось, оно было всегда. То есть с детства все это было уже, да? С детства, только это было под другим соусом совершенно. Да, с детства это как у нас у всех это было. Это было фантазерство, вот я уже тоже во многих раз, уже много раз рассказывала. Это просто было, ну вот, как родители говорили, что фантазерка, вот как маленькие дети. Потом, когда научили нас в школе читать, писать, научилась читать. И пошла вот сразу в библиотека детская, и там вот эти вот были, ну, вот такие вот приключенческие рассказы, вот и все. Короче, я была постоянно пропадала в читальном зале в нашей библиотеке. Все, что там было, все перечитала. Вплоть до того, что ночью с фонариком под одеялом читала, пока папа меня не обнаружил там ночью с фонариком. Вот, то есть захлеб читала, все. Ну, и даже я на тот момент, тогда еще не было фантастики как таковой. Вот, она появилась чуть-чуть попозже, но вот, да, но был подготовительный уровень в виде графа Монте-Кристо, например, да, вот такая вот, Робинзон Крузо. Я считаю,
вот честно сказать, я считаю, что «Граф Монте-Кристо» и «Робинзон Крузо», вообще Александр Дюма, вот сейчас уже, я считаю, что это тоже были контактеры. Потому что, да, это контактеры от литературы. Это тоже контактерство, потому что такой сюжет выдумать невозможно. Понимаете? Это что-то, это действительно, это было астральное видение, слышание и астральный сюжет, который простроился прямо из астрала. Да. И вот, ну, в общем, сначала на таком уровне, то есть на уровне такого энергетического приключения, вот. Потом появились вот эти вот наши первые вот такие вот фантастические. Потом уже я добралась до Рэя Брэдбери. Uh-huh. Вот, про Станислава Станислав. Это еще, вы жили во времена СССР еще, да, мои дети? Да, 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 да. Вот. И потом уже появились вот, вот эти газеты «Пионерская правда», вот были газеты. Там вот у нас первый раз вот тогда мы прочитали «Лиловый шар» про Алису. Вот. А потом еще, помните, вот этот фильм? Я тоже все перечитал про Алису, это очень да, гости классное произведение. Да, ой, гости... Я думаю, Кир Булычев тоже контактер был, мне кажется, 100%. Да, Кир Булычев контактер тоже, я как это, теперь я уже тоже это понимаю. Этот фильм «Гости из будущего», помню, прибегала со школы и прямо сразу к телевизору, прямо каждое слово вот так вот. Тогда же не было возможности смотреть в свободном доступе, это же когда показывали, тогда ты и смотрела. Вот, очень причем интересно. Самое интересное, Елена, знаете, что я заметил? Вот, допустим, если брать разных авторов и по всему земному шару, и мы можем видеть эти фильмы, допустим, в Америке популярный фильм «Звездный путь», там Джим Роденберри, да, вот этот сценарист, потом Кир Булычев, и везде во всех произведениях и многих других авторов пронизывается эта тема, что есть некое космическое содружество, которое как бы курирует цивилизацию, то есть это, видимо, информацию они получали, они вот эти авторы, они все контактеры были. То есть вот это она везде во всех произведениях. Совершенно верно, совершенно верно. Я прямо вот уже, теперь я уже понимаю, что это все тоже контактерский труд. Это литературные произведения, фантастические, это контактерские, да и не только фантастические, вообще, вот как бы, да, конечно, люди творчества, вообще творческие люди, это контактеры, но только, конечно, это разная степень осознанности и понимания этого всего. Ну, это можно назвать, да, они называют, допустим, вот поток, они называют... Да, один просто неосознанно получает информацию, другой плотно на контакте сидит, он понимает, да, с кем он работает. Они говорят, что меня посетила муза. А что, собственно говоря, такое муза? Муза – это поток. Да. Ты вошел в поток, вот тебя посетила муза. Я вот, например, я вот и сейчас... И не обязательно это может быть от неземных цивилизаций, из духовного мира может быть эта информация, то есть кому-то передать, да, чтобы какой-то процесс инициировать на Земле, допустим, запустить или еще что-то. Да, но как правило, это идет, это всегда вот идет именно продолжение того набора, как бы продолжают работать тот набор энергии, который тебе сопутствует, как матричный твой набор энергии, который ты с собой несешь из воплощения в воплощение. И еще получается так, что человек из воплощения в воплощение решает, допустим, ряд каких-то задач. Не получилось за одно воплощение решить, допустим, какой-то один аспект. Решил какую-то часть этого аспекта, дошел, допустим, до какого-то определенного градуса решения этой проблемы. Жизнь закончилась, время, часики уже как бы остановились. Ну вот все, хорошо, у тебя остался еще какой-то, вот как бы по азимуту, остался еще какой-то вот на балансе недорешенный вопрос. В следующем воплощении ты продолжаешь решать этот вопрос. Вот, ты выходишь уже как бы с потребностью до конца этот вопрос решить. Если в этом воплощении тебе удается закрыть эту проблему, то в следующих воплощениях предлагаемые обстоятельства у тебя не будут именно актуальны по этой проблеме. Вот я уже просто тоже много видела людей, которых консультировала тоже. Человек несет с собой какую-то одну и ту же боль. Вот знаете, как мешок с картошкой, вот он несет из воплощения в воплощение и не понимает, как решить этот вопрос. А вопрос предлагают ему решить, ему дают все инструменты, все возможности сбросить с себя этот мешок с картошкой. А причем из воплощения в воплощение, из года в год, из воплощения в воплощение этот мешок увеличивается. Килограммы с картошкой все больше и больше нарастают, потому что человек не решает эту проблему. И не решает не потому, что он, допустим, как-то не хочет ее решить, а он просто не понимает. Да-да-да. Такой... У него нет и прямого контакта с невоплощенной нет, частью. Он как бы да, как слепой котенок тыкается. И только несет на себе.
А если ты начинаешь решать эту проблему каким-то, ну ладно, хоть не за одно воплощение, но хотя бы часть какую-то, знаете, сбросить себя эти килограммы хоть по чуть-чуть. Вот. Но сейчас у нас вот есть, я заметил, тоже анализировал, у нас есть очень хороший инструмент, особенно в руках профессионала вот эти инструменты, потому что все энергетические практики, они все инструменты, да? Тоже да. Сеансы регрессивного гипноза в руках сильного профессионала очень много могут сделать для души да. И в плане решения вопросов. Это тоже сейчас вот это. Так что ну да. Да, эти сеансы регрессивного гипноза, это получается, как помогают раскрыть книгу жизни и прочитать абзац за абзацем. И причем еще помогают не только прочитать абзац за абзацем, а еще понять на примере прошлых жизней, понять, как тебе здесь поступать. Да-да-да. И вообще, какие вопросы решать здесь сейчас? Да, что, то есть тебя ориентируют, на каком небе ты находишься. Это очень полезная вещь. Потому что иногда бывают такие забавные вещи, я сейчас вспоминаю, но вы тоже знаете, Елена, бывает, на сеанс приходит регрессивного гипноза, опять же, повторюсь, к профессионалу, не к шарлатану, который умеет это делать. Это важно. Да. И бывает такое, что высшее я, когда с ним связывается, оно говорит, о, наконец-то ты дошел до того, куда я тебя толкал. Блин, сколько же я сил приложил, чтобы ты сюда пришел. Там и такие забавные диалоги бывают. Да, совершенно верно. Это вот вы правильно сказали. Но опять же говорю, что здесь должен быть действительно профессионал хороший. И еще я считаю, что для того, чтобы человека вот как-то ему, вот как у меня бывает, что перед человеком нужно ему разложить вот все карты, вот так вот перед ним выложить и показать, где его сильные стороны, где козырные карты, да, а где вот то, чем... И часто обнаружится, что человек топчется на одном месте и оперирует тем, что не так уж и важно в его жизни, и слабыми сторонами, он занимается своими слабыми сторонами, он не задействует свои сильные стороны. И он даже почастую даже не знает о том, что у него есть та или иная, это стороны сильные, с помощью которых он может решить эту проблему. Это потому что вот я тоже с этим сталкивался, мне в свое время там такие трудные ситуации бросали вот эти кураторы, скажем, наставники духовные. Потом, когда спрашивали, я спрашивал, почему это самое это было нужно, а для того, чтобы сильные стороны раскрылись, и ты увидел, потому что когда они спят, ты их не видишь, свои сильные стороны, а в этой ситуации они раскрываются, вот тоже такие фокусы бывают. Вот видите, вот как вот вы совершенно точно, вот хорошо у нас с вами разговор простраивается, потому что вы прямо в теме, очень хорошо. Вот именно так вот, вот так вот можно было и мою мысль продолжить, вы прям продолжаете мою мысль очень хорошо. И а мы же с вами сейчас тоже на канале, поэтому у нас выше я работает, так что мы же. Да. Это у меня часто бывает, когда сразу получаешь информацию и сразу же... У нас сейчас диалог складывается максимально продуктивно для зрителя, чтобы все эти точки раскрыть. Вот что интересно. Да, да. И это самое, наше высшее я, уже и кураторы тоже, и ваши тут кураторы, и мои, они уже как бы такой у нас получается уже консолидация. Это все сейчас работает на умощнение и на повышение коэффициента полезного действия этой передачи для того, чтобы выжать по максимуму из нее. Да, да, да. Да, и слова специально подбираются очень четко, так я вижу, что немножко даже и такая вот и словарный запас у меня немножко уже сдвигается в другую сторону, в этимологическую. Это чувствуется, под вас подстройка идет вот такая. Угу. Вот. И вот когда разговариваешь с человеком, ну, знаете, вот бывает такое, что так интересно, вот прямо чувствуешь энергетику этого человека, и сразу смотришь даже, вот выбираешь даже стиль общения, сразу, когда вот начинаешь стиль общения, потому что бывает человек такой, вот он строгого аналитического ума, и ты понимаешь, что, допустим, с ним надо разговаривать четко, лаконично и мощно, в общем, в какой-то степени безэмоционально, потому что эмоции для него — это энергетика чуждая, вот. Бывают такие люди, которым вот даже у меня было, ну, много раз такие люди, вот которые, вот даже был один мужчина, до которого я смогла донести основную мысль свою только через анекдоты, понимаете, только через анекдоты. Я вспоминала, мне вернее помогали вспоминать анекдоты или какие-то там, какие-то вот как бы шуточки такие вот, и вот только через юмор. А, то есть вас как бы подстраивали под его энергетику, чтобы он как бы донести информацию вот эти все нужные. Его кураторы, вот как-то вот меня вот в его энергетику, да, гармонично простраивают, и я сразу понимаю, как нужно с этим человеком разговаривать.
Потому что как бы я бы разговаривала, например, по своему характеру, по своему складу характера, своими словами, он бы посчитал, допустим, меня скучной, или посчитал бы, допустим, что ему это неинтересно. А меня буквально меняют, понимаете, меняют отношения под него, чтобы максимально... У вас, значит, есть это качество, оно, кстати, не у многих людей есть, вот это, знаете что, мы в свое время называли, когда там работали с другими контактерами, вот с мощными цивилизациями энергетического плана, мне как раз тоже говорили, есть такое качество не у многих людей, это возможность, когда с собеседником человек начинает общаться, он может своей энергетикой так гибко под него подстроиться, что это как вот, он может его, собственно, повести за собой любого человека, да. собственно. Да, потому да. что он грамотно подстроился, и все, и как бы он уже в потоке, и они оба в потоке, и оба идут в одном направлении. Это очень интересное качество такое. Человека главное заинтересовать. Вот если ты его заинтересуешь, то все. Вот это, понимаете, вот это вот момент того, что человек заинтересовался, то есть он уже тебя взял в приоритетную зону, впустил тебя в свою приоритетную зону. Вот. И только в это, если тебя допустят в эту зону, то считай, уже полдела сделано, тогда ты уже сможешь донести все, что хотят ему кураторы сказать. Иначе все, когда закрыто, вот это все закрыто, никак не достучишься до человека. А кураторы, как бы, кураторы, да, кураторы почему ведут вот так вот? Они уже, понимаете, это они такие, вот понимаете, дело в том, что кураторы, они. Я вам даже вот как бы передать не могу, насколько они прилагают много сил и энергии для того, чтобы нас с вами хоть как-то вот вытащить, понимаете, вытащить, хоть как-то показать нам правильный вектор направления. Да. Они используют любые методы. Как бы это как раз из той серии, знаете, я сейчас вспомнил, тоже были сеансы регрессивного гипноза, смотрел, ну, правда, с профессионалами. Вот есть итальянец такой, Калоджеро Грифази, я считаю, он высокого профессионального уровня, вот, они там, и зрители, наверное, знают его. Там были такие случаи, когда эти высшие я, когда уже соединялись с ним, да, они говорили, ну, блин, ну я тебе сколько раз говорил, вот ты посылал сигнал, вот делай так, ты на одном месте топчешься и топчешься, и топчешься, и топчешься. Ну, оно, правда, с любовью, но все равно оно такое немножко да, досада, да. досада такая у него есть, что можно было уже идти далеко вперед, а ты все бегаешь по одному кругу там и так далее. То есть вот такие бывают интересные моменты. Да, да, совершенно верно. И они уже используют все способы, все моменты, все удобные случаи, создают, я говорю, создают предлагаемые обстоятельства, целые цепочки обстоятельств, чтобы как-то человека сдвинуть и повести в правильном векторе направления. И опять вот у нас такая вот, как вот я вижу вот у людей, вот когда вот уже разговариваю с людьми, вижу у нас у землян есть такая вот особенность, мы вот как-то все склонны блукать по замкнутому кругу. Да. А все из-за того, что мы привыкли, вот смотрим вниз вот так вот и блукаем, вот петляем, вот как, знаете, говорится, для бешеной собаки 7-верстный крюк. Вот так а, вот. А я тут еще добавил бы, я анализил, я думаю, знаете, с чем связано? У нас же как бы есть вот это ДНК, вот это мы гибриды, по сути же, и есть вот эта приматная часть, вот это обезьянье как бы. Ну вот. И вот эти животные компоненты, они проявляются в некотором случае. Вы, наверное, заметили, что люди часто копируют что-то, какое-то действие с друг друга. Ну вот тот так сделал, я так сделаю. И вот это вот доставляет... То есть тут надо не шаблонный подход. Вот как только человек научится не шаблонно, не как другой сделал, а вот как я подумал и сам сделал, вот тогда у него начинается прогресс. Вот это я заметил такое. А если ты повторяешь просто как другие, ну это просто тупое повторение, там ничего такого нету особого. Очень интересная мысль. Спасибо, очень интересная мысль. Тоже, да, интересно. Как-то вот немножко такой ракурс новый, интересный. Спасибо большое. Я просто стараюсь глубоко все процессы залезть и всегда думаю, почему люди вот так вот иногда вот так какие-то, ну, действительно так, вот посмотришь, это какие-то примитивные повторения, такие туповатые действия совершают, можно было по-другому сделать. Потом как бы начинаешь понимать, что это какое-то еще животное вот это поведение включается, которое тоже нам палки в колеса сует, в общем-то, вот эта животная часть ДНК. А всего лишь требуется просто поднять голову вверх и посмотреть на звезды. И это уже все, тогда тебя уже подхватят, и уже как бы уже полегче им будет. Это я вообще не про людей говорю, я же это начал сам на себе испытывать. То есть, когда ты смотришь, почему ты так делаешь, и ты постоянно, допустим, ты вроде сделал, как другие, постоянно наступил опять на грабли, опять по лбу получил, да, и думаешь, блин, а что? Оказывается, это как автоматическое движение. Так, думаешь, а что? Может быть, по-другому действовать, может, не как биоробот, давай-ка я буду по-другому действовать. Тогда начинаешь задумываться уже. А пока человек не задумывается, он же так и ходит, как бы по граблям фактически.
А почему на грабли наступаешь? Потому что у каждого человека свой путь. Но ты же мог сделать вывод и не наступать больше. Но почему-то как бы не делается этого. Опять по граблям, опять удар по лбу и пошел так же. И в следующий раз опять же так же. И все время наступаешь на эти грабли. Уже если ты второй раз наступил на грабли, вот как мне все время говорят, вы, говорит, не задумывайтесь о том, почему вы терпите неудачи. Уже с первой неудачи нужно задумываться. Вот как они говорят, допустим, вот у них на других планетах говорят, что если, допустим, постигла неудача, твой какую-то задумку, твой проект, допустим, твое какое-то действие, твое какое-то запрограммированное какое-то мероприятие. И вот если у тебя даже не то, что там даже не доводят до того, что не получилось, а там они уже умеют слышать как будто как предтечу, знаете, вот как будто как предупредительные есть энергетические импульсы какие-то. Они очень внимательно вообще прислушиваются вообще к своей жизни. Они вот даже, да, у них отличие есть такое от нашего. Да, они даже, у них не доходит до того, чтобы что-то там провалилось с треском, какое-то мероприятие или какой-то проект. До этого не доходит. Они умеют читать знаки судьбы, знаки, как бы даже, это все у них на уровне энергетики. Вообще их учат еще... Мне вот что инопланетяне непонятно, потому что когда я в свое время стал общаться с ними, да, ну вот вообще с разными цивилизациями, мне... Понятен склад, и я почему усилил себе эти качества. У меня раньше тоже качества были, то есть когда ты что-то делаешь и не получается, ты начинаешь задумываться, так, а что ты делаешь не так, а как другие, то есть задаешь вопросы, да? А смотря на другие цивилизации, насколько они глубоко некоторые проникают в причинно-следственные связи, я тоже взял, перенял на вооружение, так, а что я делаю не так, а может быть и другие как-то не так, то есть я уже смотрю на картину в целом и начинаю вот эти вот всякие взаимосвязи находить, это вот, а у человека, человек почему-то у нас в обществе, он не... как правило, не приспособлен. То есть он на грабли наступил, он не задается вопросом до следующих граблей, и потом опять не задается вопросом, и пошел вот так вот. Вот молодец вы, вот очень хорошо, прямо вот все вот так вот, и именно эту мысль я и хотела развернуть, именно все так и есть. Понимаете, вот как они не доводят до катастрофы, до чего-то, что что-то провалилось. Они умеют читать, и у них это очень развито. Их еще учат это делать вот как бы даже с садикового возраста. Они умеют, их учат читать. Да, это вот как раз у нас то, что в школе не хватает, вот эти, да. Как работает мозг, как выстраивать аналитические связи грамотно и так далее. Логика, наука нет в школе, вот это тоже очень важно, потому что люди не умеют пользоваться вот этими инструментами на самом деле. Я считаю, что сейчас уже даже можно начинать вводить в школьное образование такую науку, ну как можно ее назвать, что-то... Ну как-то вот можно назвать вот типа что-то вроде как психоэнергетика. То есть начиная с начала классов, пускай эта наука будет, значит, как бы востребована в каком плане. Хотя бы учить детей на первоначальном уровне, хотя бы детей учить общаться на энергетическом уровне. То есть не то, что общаться, как мы сейчас, привет, окей, как дела, а слышать человека. Слышать, что на энергетическом уровне, как будто уметь учиться читать человека, душу, мысли человека. И когда ты научишься читать человека, как раскрытую книгу, тогда не будет у нас никогда таких понятий, как ссоры между людьми, обиды, и причем обиды многолетние, такие застарелые, которые потом на физический уровень переходят такие в такие болезни, как астма, рак, ну, там, да, или да, какой-то да. Там, допустим, сахарный диабет. Это же все, это очень страшно. А если мы научимся вот этому... Ну, там со многими контактерами мы обсуждали, что вот эти новые дисциплины, они со временем, видимо, появятся, мы же все равно будем эволюционировать, как в других цивилизациях. То есть даже понимание того, что, ну, банально, берем обиду или зависть, да, вот эти. Ты, конечно, можешь это делать, как бы люди же подвержены этим. Но тут надо понимать, к чему это приведет. Это приведет к блокированию потоков энергии в теле и, соответственно, с заболеваниями и так далее. Поэтому, может быть, избавиться от этого, поработать над собой. То есть чтобы вот это понимание было, как бы, у людей. Мне просто не в одном, а во многих астральных путешествиях показывали и вот то сейчас, о чем вы сказали, что да, это надо как бы все, эти блоки нужно удалять в себе, но это лишь только тоже опять опосредованный, следующий, уже запущенный уровень. Есть уровни, которые называются номер один и номер два, как вообще не заикаряться в этом всем. То есть не то, что потом как-то вышкрябывать из крови из себя, с энергетической кровью из себя вышкрябывать эти блоки обиды. Это уровень там какой-то уже 7-8, когда уже они там сформировались. Как изначально их не А изначально как просто делать, как вообще, как жить, как соображать, как воспринимать все события жизни, чтобы это все просто транзитом проходило мимо тебя. Вот. Если хотите, я расскажу.
Да, давайте. Коротенько. Интересно будет для зрителей. Насколько это возможно, коротенько. Вот, есть это в моих роликах, вот, если захотят, пускай переходят, у меня там слушают, у меня там почти через ролик вот эти, у меня вообще тематика, именно такая тематика у меня как духовно-нравственно-энергетическое воспитание, вот у меня вот именно психоэнергетика и эмоциональное восприятие мира, вот у меня такая, у меня не точные науки там какие-то, а вот именно, вот выбрали для меня такой профиль, угу. Ну, как говорится, и на том спасибо. Вот. Ну и, в общем, как вот есть такие у меня аудиофайлы, там прямо вот говорится такие, как бы методика, даже не методика, а принцип жизни. Человек должен просто выбрать для себя основополагающим принципом жизни следующее. Что, допустим, даже если ты общаешься с человеком, да, вот, или близкие твои, родные, там, или какие-то постоянные, вот, даже не только даже постоянные твои спутники жизни, а случайные прохожие, любой случай. И если ты, допустим, воспринял какую-то информацию, воспринял ее таким образом, как обиду, то здесь нужно сразу же, в эту же секунду, включается режим буквально 7 секунд. Вот в течение первых 7 секунд ты должен для себя решить, пропускаешь ты в свою энергосистему вот эту вот, ну, как бы вот такую вот ситуацию, которая, ты понимаете, даже на том еще уровне, когда ты должен выбрать, обида это или не обида, понимаете? То есть вот уже на этом уровне, это какой-то вообще уже там нулевой уровень, то есть ты решил, что ага, он меня обидел, все, и тут уже начинается такое, что ты открываешь ворота своей энергосистемы и пропускаешь вот эту вот энергетический сгусток, ты впускаешь, разрешаешь ему войти в себя, как обиду. Ну да, да, да. Все. То есть ты сам принял решение, что это как бы обида. Решение, что это обида, и ты разрешил ей это войти. Это как в свое время Будда говорил, для вас это вот эти все, как пока они вас кидают там камни, говорят злыми словами, только до того момента, пока их вы не воспримете. Как только вы воспримете, это стало частью вас. А если вы не воспримете, то вы идете просто, и вам до лампочки. Пусть они обзываются. Вот. Ну, там была такая притча о Будде. Вот это первый уровень, когда ты решаешь, ты вообще квалифицируешь вот эти слова, ты начинаешь квалифицировать. Ты сам решаешь, как они тебе... Ты сам решаешь, тебя обидели или тебя не обидели. И вот поэтому и существует, вот, допустим, вот почему религии даны нам, любые религии. Опять-таки, каждый... проявление свободы воли, свободы выбора. Да, и в каждой религии есть вот эти заповеди. И там вот говорится, что вот даже в православии взять, есть заповедь: блаженны чистые сердцем, ибо те Бога узрят. Чистые сердцем, то есть... Ты не воспринимаешь вот то, что тебе сказали, ты это не воспринимаешь, даже старайся не воспринимать это любое, как обиду. Это была не обида, это проходит вот так вот мимо, все. И даже, и тут вот все закрыто, с энергетической точки зрения закрыто, и оно транзитом проходит. Вот, все, во-первых, как это самое, это, во-первых, дешевле обходится, это гораздо дешевле обходится, чем потом это все, когда ты впускаешь, квалифицируешь вот это вот, эту обстоятельство, квалифицируешь как обиду, ты впускаешь это все, закрываются энергетические ворота, и она уже там. И она начинает уже вот этот сгусток энергии, он начинает проходить, внедряться глубоко, пускать корни, и потом это все, как мы говорили, уже выходит на физический уровень, может выйти, ну, много времени кому нужно, кому поменьше, но это потом все выходит через физику, и это все очень печальные последствия. Поэтому я говорю, что мой вам совет: дешевле обойдется, вот как говорится, не бери к сердцу, не бери близко к сердцу. Это же такая древняя присказка, такая древняя пословица. Ну да, эти короткие мудрости, они уже заложены давно. Очень, это очень мудро. Не бери к сердцу, не воспринимай близко к сердцу, не принимай близко к сердцу. Мне еще моя бабушка всегда говорила. Вот. А я такой человек эмоциональный, я помню, я вот тоже такая вот была с детства обидчивая такая. Вот что не скажи, где-то там чего-то так вот сразу щеки, как у хомяка, надувались, прям вот и все. Вот такая, да, была, вот такая. Вот, да, и вот и тяжело, и тащил этот мешок с картошкой, вот этот вот из года в год, вот так вот уже потом, пока не объяснили, пока не показали через астрал, вот сейчас вот только с недавних пор, показали, как это выглядит через астрал.
Ну, честно сказать, вообще как-то, знаете... То есть как этот процесс на энергетическом уровне происходит, показали? Как это, да, вот то, что я вам сейчас рассказала, вот просто показали картину, что есть два выхода. Либо пропускаешь мимо себя и идешь по жизни дальше, легко, чистое, легкое сердце, без багажа, вообще вот как бы без сумок, без никаких мешков, без, ну, да, без да, клажи, да. Да, без ручной клади, как говорится, вот. Сам себе режиссер, путешествуешь по этому воплощению спокойно, вот, руки в брюки. Вот. А если ты вот это вот на себя взваливаешь, вот, и вот говорят, вот выбирай сама, смотри. И я начала практиковать. Но, как говорится, у нас такое воплощение здесь на Земле, что, как говорится, моментов, когда тебе, вот, моментов этой практики в этом отношении у нас хоть отбавляй каждый день. Ну каждый... да, да, да. Каждый очень день. Много там. А тут же, Лена, смотрите, какой. Есть еще такой фактор, что это уже внешний фактор появляется. Вот там человек, который обидел, понятно, что он эту энергию сгенерировал и выплеснул, да? Но тут же еще понимание есть. Если ты понимаешь причинно-следственные связи, вот эти, то ты понимаешь, что человек это сделал потому, что ему самому плохо на душе и так далее. То есть, и зачем в него, в его состояние входить, если ему плохо? Потому что ты знаешь, что человек, если бы хорошо на душе, он, наоборот, добрые вещи, добрые мысли генерирует и так далее. Человек страдает, получается, и ты, получается, только поддерживаешь это страдание, если ты тоже обидишься на него. Зачем? Надо, может быть, ну, понятно, что это он сам должен работать над собой, чтобы выйти из этого состояния, но это понимание, оно тоже много чего дает. Вот, и вот тут я хочу, и вот это я хотела начать сказать, и хочу дальше тогда еще продолжить, что прежде чем вот так вот воспринимать, вот квалифицировать слова человека или его поступок, или его даже вот все, что он сделал, как обиду, очень мне показали важно, мне прямо вот рассказали куратор. Понять, что у него сейчас творится на душе. Смотри на человека, читай, читай, открывай человека и читай. И, как правило, когда я начала практиковать это, я вижу, что люди, которые вот именно, ну, негативно, которые именно являются источником обид, да, они сеют вокруг себя это люди в крайней степени несчастные. Либо не по жизни, в общем, несчастные, а вот на этот момент у них что-то не складывается. Какие-то семейные обстоятельства в личной жизни. А бывает, что и что-то там со здоровьем у человека, что у него постоянно ноющая боль, там что-то, и он вот это вот все исторгает из себя. Поэтому, как... Самое, ну да, главное... или просто на физическом уровне некомфортное какое-то состояние, из-за болезни или еще что-то такое тоже может да, быть. Да, 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 вот постоянно. И там... он со злобой просто сказал в твой адрес, просто потому что ему плохо самому тоже физически. Да. Вот, и ты просто должен понять, вот посмотреть этого человека, должен понять, что человек духовно, он еще не созрел. То есть он, как будто, понимаете, получается, что вот он работает в режиме в таком, что мне плохо, и я из себя все это исторгаю, и мне совершенно все равно, как это все окружающий мир воспринимает. Это как, знаете, это как истерика. Это психоэмоциональная истерика, бесконтрольная. Это человек не может контролировать. И вот что тогда должно быть у нас с вами? Какая реакция? Здоровая реакция грамотного человека в энергетическом плане. Реакция такая. Первое. Сострадание к этому человеку. То есть ты понимаешь, что ему плохо. На него не то, что обижаться сейчас надо, а его нужно как будто даже, может быть, обнять, вот, ну, я образно выражаюсь, да, проявить их сочувствие к нему, обнять, может быть, какую-то теплоту, какую-то струю тепла ему подарить, сказать, ой, бедненький ты, как тебе тяжело, а скажи, пожалуйста, вот, допустим, вот, как вот тут, вот ты знаешь, я вот уверена, что у тебя все получится, у тебя все будет хорошо. Ну да, по крайней мере, когда ты осознаешь этот процесс, у тебя не поворачивается в ответ обидное что-то сказать, ты говоришь, так, успокойся, все нормально, ты, по крайней мере, как-то хорошо. Да. Я часто в последнее время практикую такое, что, ой, вы знаете, говорит, вы не расстраивайтесь, вы очень хороший человек, у вас все должно обязательно получиться. Вот посмотрите, какой вот у вас талант, вы очень талантливый, вот у вас, допустим, вот начинаю сразу вот какую-то хорошую, начинаю акцентировать внимание на человеке, вот у него же все равно, у каждого человека есть и хорошие стороны, и плохие. А вот тут начинаю я как бы высвечивать, нужно, вот кураторы показывают сразу, что нужно высвечивать хорошую сторону человека, чтобы он поверил сам в себя, понимаете? Чтобы он как бы понял, что не все еще потеряно, что как бы, что жизнь продолжается, и жить хорошо, и жизнь хороша, понимаете? Вот. И когда ты начинаешь к человеку проявлять сочувствие, вот как бы входить в его поле, то ты уже сама не обижаешься, ничего, наоборот, уже человека, как бы он даже, честно сказать, такие вот много случаев было, что человек сам начинает таять, знаете, как бы сам начинает уже как бы, ой, ну да, ну ой, так вот как-то. Ну да, да, да.
То есть, понимаете, это как раз очень важный момент. Вот просто если анализировать, так я уже глубоко всегда копаюсь. Потому это реабилитация, энергетическая. Да. Он встретил, может быть, впервые того, который ему сказал хорошие слова. А в основном-то он, допустим, кидал какое-то слово, ему в ответ сразу: а ты придурок, понятно. И он еще больше. Это же негатив, он никогда, раскручивая больше негатив, мы никогда не придем к гармонической вот этой гармоничности. Как мне говорят кураторы, что негатив – это замкнутое кольцо, которое никогда не находится… замкнутое кольцо, и энергетика замкнутого кольца обречена на провал. Сейчас вот говорят, энергетика замкнутого кольца всегда обречена на провал без решимости. Нерешение ситуации. Без решимости, вот такое вот, да, вот такое говорят, что такое. Это замкнутое. Все равно кто-то должен найти, кто простит и как бы перезагрузит вот это вот все состояние в другую сторону. Резко сменить вектор, понимаете, вектор. И причем это, знаете, какой выходит в таком режиме одномоментности, выбивает прямо. Елена, в чем это самое? Вот как раз в том, что мы говорим со многими кондуктерами, в обществе не хватает вот этих духовных знаний, понимания, как эти процессы структурируются. И поэтому, когда тебе кто-то обидное слово говорит, ты автоматически, просто бессознательно говоришь: а ты придурок, в ответ. Хотя, по идее, если бы ты понимал, как это работает, ты говоришь: так, подожди, может, у тебя какие-то проблемы, ну, то есть другая. Да. Давай поговорим с тобой, может быть, давай вместе подумаем, может быть, есть какой-то выход из этой ситуации. Ты же очень хороший, талантливый человек, я не могу поверить, что ты не можешь найти выход из этой ситуации. Посмотри, у тебя есть вот эти сильные стороны, может быть, ты задействуешь это, может быть, мы поищем вместе какую-то информацию. Вот как-то так вот человеку нужно вот поменять его энергетическое поле, во всяком случае не поменять полностью, может быть, а какую-то свежую струю привнести туда, потому что человек уже как бы сам задыхается вот в этом своем замкнутом уже, понимаете, когда у человека замкнутое энергетическое поле, и там у него отрицательные энергии, получается уже как бы самоотравление, понимаете? В этом замкнутом пространстве циркулирует самоотравление. Поэтому ему надо и выплескивать постоянно вот это общество. Вот, да. Потому что уже как бы это все дымит, через уши выходит. А ему нужно туда положительные потоки, несколько потоков, ему немножко разрядить ситуацию, как бы сбалансировать ему надо. А тут видите, какая ситуация. Человек, который это в себе развивает, это уже накопил много вот этих энергий деструктивного плана, да? Он тоже из-за отсутствия духовных знаний, он просто как бы... Как вы правильно сказали, он рефлекторно выбрасывает их просто, и он видит только такой вариант. Если бы он знал, что надо с собой работать начать, и как работать, то он бы, конечно, бы задействовал. Так как у нас знаний нет у большинства людей, они просто рефлекторно выкидывают вот так вот на общество всякие свои негативные эмоции, и все. То есть тут... И вот это все, именно каждая история, каждое астральное путешествие у меня, оно все описано в аудиофайлах. Там это, можно сказать, буквально готовы, это уроки психоэнергетики. Вот если внимательно слушать файл за файлом, там на двух уровнях сначала идет как бы содержательное структурирование, как бы канва, сюжетная канва, а под сюжетной канвой на втором уровне идет энергетическое послание. Вот так вот. И если слушать... Эта информация у вас на YouTube-канале, в вашем чате, да? На Telegram-канале, на YouTube-канале и на Яндекс.Дзен. Угу. Ну хорошо, мы там ссылки дадим тогда. Да, и вот если это слушать внимательно, то это как будто даже какой-то получается, эти астральные путешествия получаются как будто как учебник по энергопсихологии. Опять же, для тех, кто хочет, который хочет слышать, тот услышит. Вот так вот. И понимаете, еще я хочу сказать, что вот показывают, что рассказывают постоянно, что... Как можно достучаться до человека, даже до самого безнадежного человека? Можно достучаться с помощью вот как бы нескольких приемов. Во-первых, вот прием сочувствия, доброжелательного отношения. Это как пробивает очень сильные барьеры энергетические. Это очень действенный способ. Да. А для многих, кстати, это шоком, потому что когда вот я же опять говорю, ты человек, допустим, у него как, он уже привык так действовать, что ему в ответ кидают тоже негатив. И он очень удивляется, когда ты говоришь: так, подожди, может, что-то с тобой что-то плохо случилось. Ты начинаешь разговаривать, и он в шоке вообще бывает такое. У меня такое было. Он просто смотрит так вот в шоке, говорит: такое отношение я никогда и не испытывал, как бы всегда. Обезоруживается. Да, обезоруженность такая. Вот. И потом вот я говорю, что сначала проявить сочувствие к нему, сострадание и вот именно максимально позитивное отношение. Это первое. Это первая линия огня, как говорится, это первая линия в бою.
Потом следующая идет, вторая стратегия, тактика. Это просто показывают, вот наши инопланетные друзья показывают, как нужно, как жить вообще у нас на Земле. Это значит, нужно именно действовать. Вот у нас, они говорят, что у нас, у землян, ну это в принципе является, между прочим, профилем нашей планеты Земля, воплощение на Земле, такое узкопрофилирующая направленность. У нас, мы здесь вообще здесь сюда идут духи, на воплощение те, для кого актуально решить ряд каких-то проблем. Например, работа с эго, эгоцентризм, эгоцентризм, терпение. Причем не просто терпение, а есть такое старославянское слово, оно очень, мне кажется, оно очень четко называется не просто терпение, а долготерпение. Долготерпение. Вот это тоже здесь прорабатывается очень хорошо. И, допустим, чувство вот сострадания. Вот это три основополагающие задачи. Есть еще много, но вот эти три вот здесь прорабатываются супер. Даже вот говорят, что в многих-многих цивилизациях... Еще получал информацию из духовного мира. Любовь к себе тоже здесь вот хорошо. И потом из любви к себе прорастает уже любовь к окружающим. Только после этого. Да, это уже более... Отношение не может быть любовь к окружающим без любви к себе. Это уже такой, да, для продвинутых уже. И вот сюда, допустим... То есть, получается, души приходят именно на такие планеты специфически отрабатывать специфические задачи, собственно, да? Да, да. И причем во Вселенной существует, у них там вот в их, значит, ну как бы получается, в их классификациях есть специальные, именно классифицированные как будто как таблицы, что ли, можно это такое сказать, ну как бы материал, специальные как бы научные знания. Короче, у них там получается так, что... Есть специальная классификация планет, куда тебе нужно воплощаться, если ты хочешь проработать то или то. Uh-huh. Вот, допустим, есть планеты, где ты хочешь, допустим, у себя проработать чувства. Например, вот я много, когда вот летала, у меня были астральные путешествия, есть такие планеты, где тебе нужно проработать чувства. Вот, допустим, когда вот есть такие духи, которые вот в принципе у них работает на автомате, вот, допустим, что-то им да, я не согласен с этим. Вот у меня есть одно астральное путешествие, там так и называется планета антагонизма. То есть такая была планета, где вот именно из миллионы лет жили люди, которые вот именно у них вся планета, энергетика была пропитана вот этим несогласием, протестом. То есть вот такое вот. Uh-huh. И вот это очень хорошо там вот это вот прорабатывалось. Потом есть такие планеты, где, допустим, можно очень хорошо проработать такое вот чувство, как читать между строк. Образно выражаясь. То есть там, на этой планете, в том воплощении, тебя учат, там очень благоприятная обстановка. Для этого всего вообще, вот когда идешь на специфическую планету, там всегда максимально все подогнано под решение этой проблемы твоей. У нас, смотрите, как идеально подогнано здесь. Обиду, то есть тебя здесь постоянно штырит, постоянно тебя вот здесь вот тебя пропускают через все, что возможно, через все унижения там кому как, допустим, через все какие-то понятия, через какие-то мнимые унижения, потому что, да, вот, кстати, между прочим, у нас на Земле здесь очень сильно развиты не только вот как бы все вот это обиды, унижения, там какие-то там жестокости, они не столько присутствуют здесь в полной мере, как мнимая,